есть мы берем total markets американский, да, то есть существенному падению вниз, когда бы оно ни происходило, присутствуют некие такие три волны подъема. То есть мы наблюдали, вот, ну, можно констатировать это вот, ну, по сути, вот это первая волна, вернее, да, первая волна, вот это вторая волна, и, скорее всего, мы пойдем на третью волну. То есть я считаю, что краткосрочно. Еще раз, ребят, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, то есть я по-прежнему нахожусь в неком таком состоянии, да, то есть я прогнозирую, что рынки могут еще отскочить. Это называется финальный задерг наверх. То есть сейчас может произойти какая-то коррекция, или от этих уровней нас будут выкупать. Это будет, наверное, достаточно быстрое движение. Движение может быть вверх в пределах 15% до 30% после коррекционного движения, после чего уже будет такое существенное, глобальное, затяжное, может быть, даже продолжительное падение, стагнация. Потому что, опять-таки, все будут понимать, что локдауны объявили, что экономики ушли, и экономику нужно поддержать. Соответственно, поддержка этой экономики, но нового ничего не придумали. То есть еще и у центральных банков, и у ФРС, и у ЕЦБ, и у правительств есть небольшие программы. Европейский Центробанк заявляет о том, что они смогут еще дополнительно предоставить ликвидность по программам выкупа активов. Федрезерв тоже готов. Заявляют представители Федрезерва о том, что процентные ставки, скорее всего, раньше 2022 года повышаться не будут. То есть это все говорит о том, что пока ликвидность предоставлять будут. Соответственно, на первой волне предоставления этих, ну, то есть заключительных, что называется, то есть все патроны расстреляны, да, остался последний запас. И вот этот вот последний запас, соответственно, понимание того, что и опосредованно члены наблюдательного совета Федрезерв, члены директоров Федрезерва заявляли о том, что, ну, ковид быстро не закончится. Есть понимание того, что вакцина, там есть, ну, то есть эффективные вакцины по-прежнему, несмотря на то, что проходит третья стадия, еще не придумана. То есть у нас может быть некая такая задержка, стоп, пауза, да, в развитии экономики. То есть, знаете, как больной был в коме, да, очнулся и снова ушел в ком, да, то есть ухудшение ситуации. Но здесь мы можем наблюдать примерно то же самое с глобальной экономикой. То есть было небольшое улучшение, вроде бы вздохнули, но это то, о чем мы говорили в рамках клуба, да, то есть я говорил о том, что радоваться рано, что нет смысла сейчас полностью загружать портфель, если есть наличные деньги, и в то же время нет необходимости сейчас пока что еще полностью разгружать свой инвестиционный портфель, если он уже ранее сформирован. Помимо всего прочего, факторов неопределенности опять-таки остается большое и достаточное количество. Это ситуация с ковидом, это ситуация, как будут развиваться дальше торговые войны между Соединенными Штатами Америки, Европой и Китаем. Поэтому вот факторов неопределенности находится очень много. И поэтому, если у вас уже имеется сформированный инвестиционный портфель в рамках его некой такой рыночной нейтральности, то мы сохраняем свои ожидания, что это нужно сохранять. У вас по-прежнему должны быть активы в акциях, у вас должны быть по-прежнему активы наличные. При этом сейчас, если говорить в настоящий момент, и я надеюсь, что по итогам вы этот месседж услышали, поняли, да, то сейчас вопрос смещения баланса активов идет больше в сторону глобальных рынков, да, потому что замедление экономики, снижение потребления в конечном счете может серьезно сказаться на сырьевых активах, да, то есть так называемые цикличные компании. То есть цикличные компании – это те компании, которые чувствуют себя в период роста экономики и плохо в период спада экономики. Если мы говорим о российском рынке ценных бумаг, то в этом случае нужно понимать, что у нас преимущественно компании цикличные, да, то есть это сырьевые компании. Они, безусловно, будут выигрывать от девальвации рубля, и поэтому, если стоит вопрос хранения денежных средств, зарабатывания в рублях, то российский рынок по-прежнему является интересным, потому что государство российское будет, скорее всего, девальвировать рубль, и вы заработаете за счет того, что сырьевые компании в рублях будут просто элементарно зарабатывать больше, потому что нужно наполнять бюджет, тем более, если будут корректироваться цены на нефть. Поэтому здесь можно говорить о том, что российский рынок – это рынок цикличных компаний. Поэтому вы видите, что у нас идет существенное смещение фокуса внимания на глобальный рынок. И это к вопросу о том, что у нас есть целая инструкция по поводу того, как у нас открывается инвестиционный счет в Interactive Brokers, что у нас происходит с налогообложением в этой области, как мы уведомляем
налоговую, то есть у нас пошаговая инструкция по открытию брокерских счетов на глобальных рынках есть. Ребят, если вы не являетесь участниками закрытого клуба, самое лучшее, что вы можете сделать, это стать участником данного клуба. Я просто хочу донести тот факт, что порядка 60-70% средств сейчас лучше все-таки инвестировать на глобальных рынках.